Всем привет, ребят, с вами снова я, Диан Лайф, и сегодня у нас экстренный утро-влог. Экстренный влог, потому что у нас сработала пожарная сигнализация. Да, это ужас. Я не знала, что мне делать. У нас стоят пожарные за дверью, ну, как бы за окном, в общем. Машина пожарная, вот она. Пожарные как бы ничего не собираются делать. Я увидела этот лог, кстати, уже второй раз переснимаю, не знаю почему. В общем, мне не нравится просто качество, ну, короче. В общем, там стоял мой папа за окном, он вышел посмотреть, что там. И он сказал, то, что нифига не горит и нифига не делают. То есть пожарная сигнализация сработала, вот смотрите. Блин, мне уже сюда пошарить заходить. Вот, вот эта штука, блин, гудит и звук, слышите сам? Меня он настораживает. Сейчас у нас 7:15, я, ну, может уже 7:20, потому что я уже блог переснимала. В общем, у нас, короче, как бы я только встала в 7 часов из-за того, что что-то гудит и какой-то звук странный. Я такая у папы спрашиваю, что такое гудит? Говорит, типа, пожарная сигнализация. В смысле? У нас уже был такой случай, только в старом доме, из-за которого я не на шутку перепугалась. В общем, мы уже там, бабушка собрала уже документы свои. Она была точно по декору. Я, конечно, не волнуюсь. Я не волнуюсь, я как бы переживаю. Да. Подожди. Но если, блин, если нам скажут эвакуироваться из дома, я буду сгребать все на своем пути со своей комнаты. Потому что мне здесь ни с чем не хочется прощаться. Как я утащу свой гироскутер, который весит, извиняюсь, сколько-то там килограмм, много, короче. Ну, родителям главное документы и телевизор вытащить. Все остальное им все равно. Но как бы еду тоже хочется вытащить, блин. А ее не получится. В общем, ребят, я вам, наверное, сообщу, когда...